Всем привет, друзья, знакомое место. Ребята, семьи, которые едут из СНГ и Средней Азии в Мексику подавать на политическое убежище в Тихуана, обязательно проезжают транзитом Мехико-Сити. Это парк Чапултепек, станция метро Чапултепек. Здесь мы встречаемся, здесь мы проводим подготовку к интервью, проверяем документы перед полетом в Тихуану. Как вы знаете, из Мехико-Сити самолет летит больше 4 часов, вы прилетаете в Тихуану, занимаете очередь и дальше подаете на политическое убежище. Итак, привет вам из Мексики. Хорошая новость из США. В среду на этой неделе Государственный департамент в лице госсекретаря Майка Помпео сделал доклад в Конгрессе по вопросу свободы вероисповедания во всем мире. Это очень здорово, потому что кейсы на политическое убежище, направление религии, встанут опять на первое место. Будет легче подавать на убежище в Мексике или находясь внутри США по религии. По этому направлению, кстати, много у нас клиентов, которые воспользовались данной возможностью, находясь в Бишкеке, в Узбекистане и так далее. Однозначно материалы доклада попадут в отчеты правозащитных организаций Freedom House, Amnesty International за 2020 год. Мы сможем этим воспользоваться. Ну а вчера, буквально вчера, я общался с семьей из Казахстана, которая давала консультацию как раз направление религия. Это очень сильное направление, но там есть свои особенности, которые нужно обязательно применить и учесть. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, эмигрируйте в США безопасно. Всем удачи, пока! The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to obey CCP leadership and infuse communist dogma into their teachings and practice of their faith.